Сигнал ракетной опасности уже не так пугает белгородцев, как раньше. Паники нет, но все знают, нужно как можно скорее укрыться в безопасном месте. Это могут быть модульные конструкции, подъезды МКД, на дверях которых стоят размыкатели. Также в городе подготовлено более 2000 подвальных помещений. Обязательные требования: здесь должна быть скамейка, которая стоит на входе, и обязательно должна быть вода. Эти требования соблюдены, санитарное состояние вполне удовлетворительное. Доступ от подвального помещения имеется у всех собственников данного дома. У них все есть ключи, в каждой квартире ключи от подвала. Во всяком случае, то есть, потому что так как есть у них свои кладовки, они пользуются подвальным помещением в своих целях. Естественно, и во время чрезвычайной ситуации. У каждого дома своя специфика. Где-то вход в подвал возможен из подъезда или рядом с ним, где-то с торцевой стороны МКД. Но главное, чтобы у жителей при сигнале ракетная опасность был доступ в безопасное помещение. Одно из возможных мест, где можно укрыться во время ракетной опасности, это подземные паркинги. Один из таких находится на улице Попова. Сейчас сюда организован круглосуточный доступ. Объем вполне достаточный. Даже люди, которые в силу каких-то обстоятельств могут оказаться здесь поблизости, и они могут сюда зайти. Доступ есть только у жителей этого дома? Нет, тут, смотрите, как назовем так, внутренний и внешний доступ. Внутренний доступ вот через лифтовые холлы двух подъездов, вот одна дверь, вон вторая. А для проходящих мимо у нас нанесена символика со стрелочками, которая приводит как раз к нужной двери. 2-3 недели назад при ракетной опасности 3 мамы с колясками успели сюда, то есть было получено зайти и укрыться. Быстро определить место ближайшего укрытия поможет уличная навигация и интерактивная карта, которая постоянно обновляется. На ней обозначены многоквартирные дома, образовательные учреждения и хозсубъекты, которые можно использовать, чтобы переждать опасность. Анастасия Ильина, Денис Бабков, Белгород Медиа.